объявляем круглый стол открытый. И в этом году мы немножко изменили формат. Как вы видите, у нас не только представители поисковых систем, у нас еще представители программного комитета, те, кто собирал конференцию, отбирал программу. И формат будет такой, что, как всегда, остаются вопросы из зала. Те вопросы, которые у вас есть, можно подходить к стойкам, задавать как поисковым системам, так в этом году можно задать вопросы еще и членам программного комитета. Плюс, насколько я знаю, у представителей поисковых систем есть также вопросы к веб-мастерам, к оптимизаторам, поэтому готовьтесь, что если вы задаете вопрос, можно получить вопрос еще какой-то в ответ. Давайте я всех представлю. Во-первых, ну, Михаил Сливинский, наверное, не нуждается в представлении, все мы его знаем. Есть Елена Першина, есть Алла. Да. Где они работают, хотя бы скажи. Да, ну, Михаил Сливинский, Алла Илюшина, Елена Першина, представитель поисковой системы Яндекс, Нина Супунова, представитель Mail.ru, есть Дмитрий Севальнев, Pixel Plus, есть Сергей Кокшаров, блог Девака, есть Олег Шестаков, Rush Agency и Евгений Костин. Как тебя представить, в каком? Промопульт, да, промопульт. Давайте приветствуем всех участников круглого стола и, наконец-то, его начнем. Ну, если... Ну, да. Давайте я начну. Значит, дело в том, что у нас же был американец, да, вчера один, да, который нападал на Google за то, что тот везде пихает свои проекты в поисковую выдачу. Я вот хотел задать вопрос, потому что этот вопрос мне задавали не только здесь, в зале, но и, например, в коридорах власти. Я вчера был в администрации президента, позавчера, и там тоже, собственно, там...